Сегодня мне захотелось сделать видео на немного более серьезную тему, которая касается макияжа, для чего мы делаем макияж. И хочу вам тоже показать силу макияжа. Так, собственно, и называется это видео, которое уже стало тегом и разлетелось по интернету с бешеной силой. Оригинальное видео создала девушка, на которую я подписана уже очень давно. Ее канал называется Nikki Tutorials. И в этом видео она затронула довольно серьезную тему касательно того, для чего мы наносим макияж. И когда я начала рассуждать на эту тему, то я поняла, что в современном обществе очень много девушек, и я, кстати, тоже причислялась к их числу, которые не могут себе позволить выйти на улицу без макияжа. Настолько много комплексов сидит у нас в голове, что мы считаем, что без макияжа нельзя выйти даже там, я не знаю, в соседний магазин за покупками, потому что люди будут вас осуждать, потому что они увидят ваше акне на лице, потому что они увидят шрамы, мешки под глазами. У каждого из нас есть свой набор комплексов, и я уверена, что кого бы вы ни считали своим идеалом красоты, будь то какая-то модель, певица, актриса, любого человека возьмите, я уверена, что этот конкретный человек также испытывает массу комплексов по поводу своей внешности. За время моего пребывания на YouTube я довольно сильно пересмотрела свое отношение к понятию красоты. Если бы вы знали меня в реальной жизни, то вы бы могли очень часто увидеть меня без макияжа. Я могу абсолютно спокойно заниматься своими делами, при этом не имея ни грамма косметики на лице и не чувствуя себя какой-то ущербной. Макияж просто позволяет нам создать лучшую версию самих себя. И при том, при всем, что, естественно, он очень сильно изменяет, в некоторых случаях действительно кардинально изменяет, тем не менее, внутри вы все равно остаетесь тем же человеком, кем вы являлись до нанесения макияжа. И самое главное, чтобы вам было комфортно внутри самого себя. Тогда, только тогда макияж сможет вам помочь, и вы не будете относиться к нему как к какому-то культу, как к какой-то маске, без которой вас не будут любить, вас не будут уважать, не дай бог будут унижать и так далее и тому подобное. И сейчас бы мне хотелось показать силу макияжа. На этой стороне лица я буду делать полный макияж. Эта сторона останется такой, какая есть, то есть без единой капли макияжа. Ну что ж, приступим. Thank you.
от того, какая сторона вам сейчас нравится больше, я хотела бы, чтобы вы воспринимали макияж как средство достижения идеальной версии себя, но при этом все равно оставались собой. Запомните, что никакое количество косметики не замаскирует гнилую натуру. Давайте культивировать внутреннюю красоту, потому что только внутренне красивый человек не заставит вас чувствовать себя плохо из-за того, как вы выглядите внешне. Используйте макияж как аксессуар к тому, что вы сегодня надели, как вы сегодня себя чувствуете и как бы вы хотели себя выразить. Ни в коем случае не используйте его для того, чтобы скрыть то, кем вы являетесь на самом деле.